Противостояние между властями Суздаля и местными торговцами сувенирами продолжается. На днях предприниматели выложили в YouTube ролик, на котором глава администрации Александр Разов пытается удалить ИПшников с площади у торговых рядов. Очистить центр Суздаля от продавцов решено было еще зимой, и сейчас этот процесс подходит к концу, несмотря на недовольство предпринимателей. Но самые упрямые из них до сих пор остаются на своих привычных местах. Они считают, что ничем не портят вид старого города. Сначала главы администрации в ролике не видно, слышен только голос, который на повышенных тонах требует покинуть это место. Ну что такое? Здесь нельзя запрещено здесь торговать. Непонятно, я разговариваю. Я спокойно разговариваю. Если здесь торговля запрещена, здесь торговать не будете. Не потому, законы читайте. Потом появляется женщина. Она представляется туристкой из Москвы и интересуется, почему нет сувениров. Разов советует ей обратиться в магазины при гостиницах. Также он обещает приходить к рядам каждую субботу и не допускать торговли. Кончается эпизод приходом полиции. Разорили город. Все вокруг там. Плевка. Моче. Вот он какой город был. Мы платим даже в коммунальную службу, чтобы тут убирали мусор. У нас есть до кого? Если они не убирают, то их проблемы. Взносы меценатские делаем в бюджет каждый праздник, чтобы помочь. Отчисления в налоговую тоже делаем. И оказываемся дураками и свиньями.